Здравствуйте, дорогие коллеги. Я Евгений Некрасов, эксперт-практик в области стоматологического бизнеса. Работаю в этой сфере с 2007 года. Также я директор по развитию одной из сетей стоматологических клиник города Екатеринбурга. Я приглашаю вас на свой вебинар, который называется «Охота за головами», на котором я поделюсь с вами своим практическим опытом решения кадровых вопросов в стоматологическом бизнесе. О чем будем говорить на этом вебинаре? Ну, наверное, самый актуальный вопрос, связанный с кадрами, это поиск персонала. Но с этим связан, скажем так, еще один вопрос. Иногда случается так, что мы ищем специалиста в клинику, прикладываем для этого достаточно серьезные усилия, находим специалиста, привлекаем его в клинику, а он, поработав какое-то время, клинику покидает. Это чаще всего вопрос адаптации нового сотрудника в клинике. И неважно, кто это, врач, ассистент, администратор или даже руководитель. Адаптации в новых правилах, в новом коллективе, в новой культуре. И чаще всего алгоритм этой адаптации в клиниках не прописан. И, соответственно, адаптации-то как таковой и не происходит. И сотрудник чаще всего предоставлен сам себе. Другой, чуть более банальный вопрос – это когда персонал не выполняет наши требования, стандарты, инструкции, алгоритмы и так далее. Это вопрос мотивации, но не только. Это также вопрос понимания сотрудниками своей роли в достижении целей клиники. Также бывают ситуации, когда у нас в одном и том же подразделении разные сотрудники работают по-разному. Ну, например, ассистенты. Один ассистент работает только с терапевтом, а другой работает со всеми специалистами клиники, да, и с ортопедом, хирургом, ортодонтом и так далее. Ну и, соответственно, получать эти люди должны разные деньги, даже если отрабатывают одинаковое количество смен. Это вопрос оценки, или, говоря по-другому, вопрос аттестации персонала. И об этом мы тоже с вами будем говорить. В рамках часовой программы мы, конечно, не успеем рассмотреть все подразделения клиники, поэтому мы поиск с вами разберем на примере врачей, самая актуальная, наверное, тема, мотивацию и адаптацию разберем на примере администраторов, а аттестацию разберем на примере ассистентов. Я дам вам практические инструменты, поделюсь практическим опытом, который вы сможете, если захотите, применить на практике. Поэтому до встречи на вебинаре.